коробочка. Это для тех, кто коробки не выбрасывает, да, коллекционирует. Посмотрите, такая есть. Вот такая вот есть коробочка, да. Запросто можно собрать. Вот с Евой Мендес, да, тоже. И белый аромат, пожалуйста, запросто. Кому нравится. Тут вот аромат тоже. Маленькие версии. Здесь тоже пока все ароматики. Так, вот это вот даже не смотрю, потому что не нравится мне эта линейка. Здесь мужская линейка, но в этот раз для мужчин как-то не особо новинками бывает каталог, да, я бы даже сказала, их нету. Далее вот тенюшки, опять новиночка какая-то. Так, тут новинок нет, тут перелистываю, девочки. Вот такой вот разворотик с закладочкой красивый здесь, посмотрите, вот как кисти аппетитненько, да, сфоткали. Мне вот такой вот наборчик понравился, но я думаю, здесь кисточки не очень хорошего качества будут, скорее всего. И я хочу взять вот такой вот спонж красивый в виде леденца, мне напоминает, да, новогоднего. Какой-то вот такой красивый. Возьму его обязательно попробовать, такой спонжик в свою коллекцию спонжиков. И вот про кисти пока думаю, здесь блески у них на ручках. Чего?
много всего для волос. Посмотрите, маленькие подарочки. Мне вот такая вот расческа понравилась. Буду думать, правильно брать. Вот такая вот в сумочке носить. Тоже прикольное зеркальце. Далее вот этот вот наборчик классненький. Тоже закажу, наверное. Здесь столько всего приятного для ножек. Обожаю корицу прям. Также подписывайтесь.